Проходите, проходите. Так, у нас новоселье. Диван. Постоянно яблоко раздора. Решили. Старого мягкого волка, который почему-то не выкинули. Сделать ему такие здесь закутки. Чтобы они где-то определялись. Что Яша на правах старшего пошел выбирать первый. Ну и как, Яша? Спят они уже вместе, но за кровать постоянные скандалы. Вот так. Легли и друг друга не видите, да? И будет чекардос. Хвостатая. Классно будет. Все обнюхать. Вот видите, даже сейчас. Казалось бы. Перестановка, а все равно Яша возмущен. Спать он любит один. Не надо тут ничего. Уже и так норм понаделал, а ты еще. Иди, Яш. Что ты там уже лить начал? Никто тебя не трогает, что ты? Не с той лапы пришел с улицы. Яша. Ну, вредный. Я сейчас за этот хвост. Иди, Яш. Яш, иди. Что ты? Хозяин завелся. Дуся, он тихо, спокойно обследует все. Ну и что вы? Чего ты орешь? Вот чего ты орешь? Чего ты орешь? Дуська, он спать уже укладывается. Иди занимай место вакантное. Ну а чего ты орешь? Чего ты орешь? Дуся, куда ты полезла? Такие скандальные существа. Все, я тут ложусь. Все. Ты определился с местом? Дуська пока рядом. О, чё-чё-чё-чё. О, чё-чё. Всё. Тебе тут подошло, да? Ну, Дуся в нашей шило в попе, она ещё выберет себе. Да, Дуся?